Всем привет, с вами Супердема, сегодня мы играем Пиксель Ган. Привет, ребята, сегодня у нас продолжение Пиксель Гана. Так, что будем делать? Ну, для начала, как всегда, начнем с чего? Сундука. Нажимай. Давай. Нажимай сундука и посмотрим, что у нас будет в сундуке. Я думаю, сейчас опять монетки. А, всегда монетки. Нет. У нас всегда монетки, всегда алмазики. Я не против. Пусть набираются, вот пусть набираются. Еще 5. Ну, каждые 4 ничего. Часа 5 за день по 20 набирается. Но неплохо. Да? Вообще. Неплохо. Так. Дальше. Что у нас еще есть? Еще у нас яйца нет. О, еще у нас вылупился питомец. Да. Еще там сундук у нас. Еще сундук? Не, да. Не было сундука. Нет. Ну ладно, да, питомца проверим потом. Давай, питомца проверим. Ну-ка, вылупи яйцо. Вылупи меня. Вылупи меня. Птица счастья. А у тебя есть? Нет, да, есть. Так, давайте посмотрим, какие у нас есть питомцы, ребята. Смотрите. Ну, это обычные питомцы есть. А еще нам попался такой коту какой-то. Котеныш. Коте я его назвал. Коте? Да, он лечит. Я не знаю, он сильный, не сильный. Но если еще одного найдем, тогда мы его сделаем следующим уровнем и возьмем точно. А слушай, это кто у тебя? Слушай, какой-то. Нет, это кенгуру. Кенгуру. Ну, он похож на кенгуру. А это... Макак, я его назову. Макак? Обезьяна, я его назову макак. Вот, а еще нам попалась вот такая лошадь. Как ты его назвал? Никак не назвал. Он какой-то был парадный конь, я не знаю, там ивентовый был или еще что-то. В общем, короче, он нам попался, но что-то мне он не очень нравится. И скунс. Он 5, скунс, какой скунс? Вот этот скунс, да, скунс тоже не нравится. Он 5, у него атака 16 хитпоинтов, пока мы его обучить не можем. А наш вот этот курито, который есть, вот, у него 5 атака и 19 хитпоинтов. Еще вдобавок он летучий. Да. Он может куда хочет полетать, а не бежать. Ну, пока что питомцы этот сам. Так, так, где еще сундук? А, вот сундук. Да, я говорю. Давай, 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 открывай. Опа. Давай посмотрим, что у нас будет. Так, монеты получили еще. Опа. Ух ты, снеги, камень получили, асфальт получили. И пупушку получили. Пупушку. Пупушку. И что мы можем скрафтить? А, мы скрафтили этот. Меч скрафтили. Нубский, правда, еще. Но пупушку еще не можем. А так... Пока еще ничего не можем скрафтить. Угу. Мы скрафтили этот, как его там, где наш арсенал. И что это? Вот это наш, как его там, водяная винтовка любимая из пистолетов. Это наш уничтожитель тоже прокачанный, но мы им пользоваться не умеем, потому что мы нубы. Так, это голова наша. И вот мы такую получили, но она не прокачанная, поэтому она очень лысая какая-то. Да? Все же бьет 6. Ну, потому что не прокачанная. Так, ребята, что сегодня будем играть? Сегодня сыграем что-нибудь другое, Тёма. Давай, ты предлагаешь мне играть, вот поиграть в фасаду форта. Да. Только я предлагаю, что ты поиграешь в это сам. Угу. Договорились? Договорились. Так, ну что ж, осада форта, в принципе, неплохая игра, даже интересно. Здесь бой идет в два этапа, значит, так, атака и защита. Побеждает команда, которая довела таран и разбила ворота форта быстрее. Короче, надо около тарана ходить, по-моему. Подключение к серверу, идет подключение, и вот тут, что тут такое? Ух ты, какие всякие, я даже не знаю, что такое экскалибур, стиратель, женец. Так, а теперь мы кого-то ищем, подожди, мы кого-то... Ну, можно смайлик можно поставить, смайлика поставить, давай. Так. Какой-нибудь смайлик. Не, злитый смайлик какой. Да, что мы их что, остался убьем? Один? Да, а, один. А, зомби-нубик, вот, мы тут, короче, мы тут, а зомби-нубик, да? Ну, это мы. Да, и никого еще... О, вот, пришел кто-то, появился. Во, все, все, все. Так, ну давайте. Все, в бой. Битва начинается. Думаю, что остановить я спрятан. Остановить таран, Тёма, останови таран, давай, быстро-быстро. Здесь нужно тактику лучше придумать. Где нужно уже там? Какую тактику? Вон там они идут, надо их не таран остановить. А для того, чтобы остановить таран, надо хотя бы не упасть в этот, кстати, вот, Тёма. Хорошо. Помочь, чувак. Сейчас пойдем наверх, здесь уже... Чтобы тебя легче убили, здесь, ага, да? Да. Я так и знал. Вон там вот один так, знает. Вот так место. Тебе, вот так тебе. О, ты убил. Да. Молодец. Пробираемся. Так, только ты должен убить таран. Ты почему их убиваешь? Другие будут. А, другие будут убивать. Ты будешь просто помогать, как бы этот. Да, да. Чтобы они отсюда, кто родится, короче, не дошли до тарана, да? Ага. Ничего, неплохая идея, неплохая. Да. А только что? Теперь назад смотри, он же там родится опять сейчас, сзади. Или не факт? Факт. Факт, факт. Факт. Факт, факт. Они здесь все время родятся. Ну давай, что ты ждешь? Сейчас тебе твой папочка убьет. Папочка, сейчас тебя убьют. Какой папочка? Да ты вообще не целишься, Тёма.
Стреляешь, куда попало? Ну ничего. Давай. Минут. Ну сейчас. Не нубью. Не нубьешь? Давай. О, таран уже сюда пришел, слушай. Ну да, таранчик. Ты да, убиваешь всех неплохо, но надо же рядом с тараном стоять, чтобы он не ехал. Ну да, нужно толкать его. Ну просто стоять рядом, и то хватит. Главное стоять. Тут главное, ты его... Убиваем. Убегай, прыгай. Там сзади сверху тут стреляют, знаешь? Не сверху, вон там. Они там бегают, давайте, защищайте, я толкаю. Да ты не толкай, ты просто стой нормально и все. О, стреляй! Эх ты, Тёма. А, я вниз. Да, ты сам себя, убирай эту пушку, когда около тарана подходишь. Это пружинка? Нет, это не пружинка. Это ставить монстров. Так. Вот так. Вот так. Видишь, это этот какой-то разрушитель, да, который нам советовали купить. Да. Один раз попал и сразу забил его до смерти. Нет. А, ты сейчас возьми эту снайперку и давай здесь снайпери. Они здесь... Вот ты тоже можешь стрелять с стороны. Вот. Давай. Где ты видишь имя, там туда стреляй сверху. Вот там он стоит. Ха-ха, попал в тебя. Сейчас я его убью, не скучай по мне. Давай, ничего. Вот так. Деньги. Вот. А вот ты тут тоже можешь стрелять, да. Тёма, вот тут тоже есть патроны. Ага, стреляешь ты. Да. Значит. Ага, попал. Давай, теперь пушкой стреляй. Давай. Водяной пушкой. Давай. Молодец. Мочи. Не замочил. Ну, у него хитпоинтов сколько? У тебя тоже столько? Да, у тебя всех сколько. Таран ползет, как не ползет, пойдет. Ты давай стреляй, Тёма, не стой спиной. Зачем ты стоишь спиной? Нет, так я толкаю. Не толкаешь это, не имеет значения. Ты если стоишь рядом, ты уже. Если больше человек стоит, значит он не будет идти. А если меньше человек стоит, значит он будет идти. Вот такая простая математика. Понял? Все. Там... Все, теперь ты подойдешь, даже спереди подойдешь. Все равно не будешь толкать. Вот так. Ой. Ну жаль. Не у всех так, вот, у него сотка. Давай, Тёма. А что из... А что случилось? Закончился, кажется, раунд. А, раунд, но теперь мы толкаем. А, они не дошли, они не разбили нас, короче, все, понятно. Все, это круто, давать. Все, круто, теперь нам надо толкать наш таран, короче. Да я затолкаю здесь уже все. Опять же, я тебе говорю, стоять не обязательно его носом базать. Можно стоять рядышком и все. Хоть сбоку, хоть рядом. И главное так, чтобы ты мог потом стрелять кого-то. Вот сейчас. Да, вот около колеса можно стоять. Да. Вот они пришли. Вот он, молодцы. Молодцы. Давай. Стреляем вот в этого. Ничего себе, сколько секундов у него. А? Давай, ты так, стой, ты тут бегай, молодец. Захватчик коинтов, правильно, вот так, ну это был снайпер, наверное. Ну да, он где-то стоял там, или давай, где беги, он? Беги вперед, не отвлекайся. Не тормозни, сникерсник, как говорится, знаменитой рекламы. Вот он, снайперюга. Где это снайпер? Вот он, ты в него попал пару раз, еще раз попал, он там на башне, скорее всего, стоит, да, он на башне да, стоит. Да, я знаю. Он на башне стоит, он по-любому тебя пристрелит, поэтому ты прыгай. Потому что их двое там даже, они по-любому вас пристрелят, это не вариант. А сейчас нет. Они через это тоже попадают, проберут, ударят. Через это тоже попадется, только. Не попадется. Попадется. Снайперки через это стреляют тоже. Бегом к тарану, бегом. У нас не такая быстрая скорость. Бегом, ребята, мы, может быть, успеем победить. Слушай, там чуть-чуть нам совсем осталось, а? Да успеем мы победить. Что ты несешь? Давай.
Убиваем его. Убивай, 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 убивай. Молодец, молодец, молодец. Еще одного, еще одного. Давай, давай, давай. Я его вот так. Давай вперед теперь. Бегом! Не отвлекаемся. Я хочу так круто идти, сразу залазить туда. Нет, залазить туда не сюда не надо. Надо по прямой чесать. Самый кратчайший путь — это путь по прямой. Сразу и сапожник. А когда выпендриваешься, тогда очень нехорошо получается. Вот так, давай стреляй, 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 стреляй. Не надо стоять носом и пешку, дешевь. Не надо, ты будешь сбоку или здесь. Все равно ты будешь этот. Вот так, вот так, вот так. Давай, 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 давай. Вот, молодец, молодец, нормально, ты ему много хитпоинтов снес. Давай вперед, не отвлекайся, не залази на эти деревья. Так, ребята, мы еще лубим чуть-чуть. Но уже вроде бы стараемся. Я не знаю, как у нас получается. Не, я в роботе. Вроде. Ты давай, смотри, стреляй. Ты вообще не отвлекайся. Это я буду болтать. У меня работа такая. Я болтать, болтать, болтать буду. Ты будешь играть, играть, играть. Я буду болтать, болтать, болтать. А, все, дошло. Все, дошли. А дальше-то что? Они... Этот не будет. Этот бьет просто. Наша машина. Бьет. Ну так ты так делаешь, чтобы тебя не убивали зря. Там, этот, подстреляй бы хотя бы чуть-чуть. Ну... Снайпером убью, конечно. Я так могу. Я снайперу. Вот так, давай там вот на этом, на башне. Вот там где-то. А, вот он. Нет? Вот. Стой! Стой! Ой, все, попал. Где еще? Так, давай, давай, давай. Опа! Ну как я сколько убил? Победили мы, ребята! Это один из редких моментов, когда мы победили. Слушай, я? Все нормально. Тёма, в следующий раз знаешь, что нам надо будет сыграть? Королевскую битву. Да, это уже будет точно. Ну что, мы молодцы. Мы посмотрим, что мы тут сделали вообще. Тут есть очки какие-то? Ух ты, ребята, смотрите. Мы прям молодцы, а? У нас счет 1075 очков у тебя, Тёма. Ты молодец. Не зря я столько тебе над духом болтал тут. И ты 9 фрагов сделал. Чуть меньше, чем один, тут 10 сделал. Ну тут, наверное, раз, не знаю, сколько раз подохло, что у него так мало. Короче, мне кажется, нормально, Тёма. И у нас кто-то вылупился. Вот, слушай, Тёма. И, кстати, ты молодец. Я думаю, что сегодня можно сказать, что ты крутой. Скидка нам не нужна. Спасибо. Мы без, пока что без донатов играем. Спасибо. Сегодня ты крутой. Давай, вылупляй себе какого-нибудь крокодилёныша. Крокодил? Ну, какой-то енот. Так, Тёма, и еще у нас можно открыть какой-то сундук теперь. Ничего. Клановский сундук. Это я. Это ты, да, наработал медальки. О, 8 монеток. Монетки хорошо. Ой. Ну, да, что пооткрывалось, Тёма? Ну, ничего. Нормально. О, даже. Это новое. Ну. Все, да. Ой, а что-то мы скрафтить можем что-то? Не, это показывает, что что-то новое у нас есть. Ну, да, всё вот. Понятно. Вот новое. Это, да. Ну, его еще. Он редкий и редкий, скорее всего. Вот, ребята, сегодня мы сыграли первый раз в осаду крепости. Мы как-то играли давно, еще без зомби Нубика. Да. Давно у нас на канале где-то есть там. Ну, очень плохо играли. Тогда вообще ужасно плохо играли. Да, вообще. А сейчас, ну, сейчас тоже еще не очень, но Тёма сегодня меня удивил. Неплохо. Вы тоже напишите, я не знаю, может, плохо еще очень. Но не забывайте, пожалуйста, что мы еще не 30-го левела. Мы еще какого? Мы еще 10-го. Да. Ну, а вам огромное спасибо, что смотрели нас. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик. И ставьте много лайков. И всем пока! Пока-пока!